Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня духовой оркестр Югры представляет программу «Музыкальный вернисаж». Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, кандидат искусствоведения Сергей Свиридов. Музыкальный вернисаж – это гранд-фейерверк из произведений различных стилей и эпох. Музыка Испании, Франции, Америки и России. Дирижер программы, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации Виктор Худалей. Виктор Худалей – инициатор создания Духового оркестра Югры, первый художественный руководитель и дирижер. Маэстро успешно занимается дирижерской деятельностью, выступая как с духовыми, так и с симфоническими оркестрами. Многочисленные гастроли в России и за рубежом в Чехии, Швеции, Норвегии, Франции, Малайзии и США. Из интервью Сергея Свиридова. В этом году мы хотели пригласить Виктора Романовича Худалея. Это дань уважения мастеру. Хотелось, чтобы он приехал сюда, поработал с нашим оркестром над новой программой и дал концерт на большой сцене. Йохан де Мей, Виа Клаудия. Воображаемое путешествие через Альпы. Thank you.
Джон Маккей, современный американский композитор, который пишет оркестровую музыку с акцентом на музыку для духового оркестра. Концерт для саксофона сопрано с оркестром будет впервые исполнен в Ханты-Мансийске. Это современное виртуознейшее произведение прозвучит в исполнении нашего гостя, саксофониста Владимира Устьянцева. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, солист Санкт-Петербургского дома музыки, неоднократный лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, в том числе победитель международного конкурса академических саксофонистов в Любеке, Германия. Джон Маккей. Концерт для саксофона сопрано с оркестром в 5 частях. 1, 4, 5 часть. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Устьянцев, саксофон сопрано «Москва». Дирижер Виктор Худалей. Огромная просьба не аплодировать между частями. Thank you.
Thank you.
Владимир Стьянцев, Виктор Худолей и духовой оркестр Югры. Симфоническая поэма Сильвестре Револьтаса «Сен-Семая» – одна из самых жестких композиций своего времени, 1937 год. Навязчивый ритм, музыкальный бунт, ритуал. Музыка основана на строке из стихотворения «Заклинание змей» кубинского поэта Николаса Гильена «Я танцую, чтобы убить змею». И действительно, магический ритуал заклинания «Майомбе-бомбе-майомбе» воспроизводится Гильеном с такой непосредственностью, что сами стихи его и музыка Револьтаса приобретают какую-то гипнотическую, завораживающую силу. У змеи глаза из стекла, змея обвивается вокруг ствола, земля передвигается без ног, земля укрывается в траве. Ты ударишь ее топором и умрет, бей скорей. Но не бей ногой, ужалит она, убежит. Майомба-бомба-майомба, Сен-Семая, змея. Майомба-бомба-майомба, Сен-Семая умерла. Сильвестре Револьтас, Сен-Семая. Духовой оркестр Югры и Виктор Худолей. Thank you.
Духовой оркестр Югры и маэстро Виктор Худалей. Антракт 15 минут. Во втором отделении концерта будет представлена музыка Испании и Франции. Алексис Эммануэль Шабрие, французский композитор романтического направления, наиболее известный своей рапсодией для оркестра «Испания». Музыка Шабрие легка, оптимистична, ярка и мелодична. Романтическим духом и сильным национальным колоритом пропитана рапсодия, которая вызывает ассоциации с улыбками южных красавиц в широких юбках и с цветами в волосах, атмосферой любви и подлинной испанской страсти. Эммануэль Шабрие. Рапсодия для оркестра «Испания». Духовой оркестр Югры. Дирижер Виктор Худалей. Thank you.
Кармен – самая популярная из всех опер. В наше время эта опера входит в репертуар всех оперных трупп и исполняется на всех языках мира. Музыка, полная жизни и света, испанского колорита. Кармен Жоржа Бизе – одна из самых ярких оперных героинь. Это олицетворение страстного темперамента, женской неотразимости, независимости и свое право на свободу любви она доказывает ценой собственной жизни. Партия «Кармен» – одна из самых желанных в репертуаре оперных див, и представит ее в нашем концерте молодая талантливая оперная певица Елизавета Вайслейб, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, как приглашенная солистка Большого театра выступает в концертах и ведет гастрольную деятельность во Франции, Швеции, Испании, Италии, Словении и России. Многократная лауреатка престижных вокальных всероссийских и международных конкурсов в Италии, Испании, Литве. Жорж Бизе, выход «Кармен» и «Хабанера», антракт к четвертому действию и цыганская песня из оперы «Кармен». Лауреат всероссийских и международных конкурсов Елизавета Вайслейб, меццо-сопрано, Москва. Thank you.
Thank you.
Елизавета Вайслейк. Духовой оркестр Югры. В 1953 году драматург Лилиан Хелман предложила Леонарду Бернстайну превратить музыкальный спектакль в повесть Вольтера «Кандид» или «Оптимизм». По словам самого композитора, в «Кандиде» он отдал дань всему, что его восхищало в европейской музыке. Все подчинено в сюжете доказательству главной мысли мюзикла. Все к лучшему в этом наилучшем из миров. Сам композитор придумал для своего детища подзаголовок «Комическая оперетта. Старуха, компаньонка Кунигунды, которая легко приспосабливается к любым обстоятельствам, предлагает зарабатывать на пропитание пением». Леонард Бернстайн. «Танго старой женщины» из оперетты «Кандид». Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елизавета Вайслейп, меццо-сопрано, и Юрий Сорокин, тенор. Жоркий славе оставить.
Елизавета Вайслеп, Юрий Сорокин. Виктор Кудалей и духовой оркестр Югры. Полька Рафаэля Мендеса для трех труб – это виртуознейшее произведение, от которого перехватывает дыхание в буквальном смысле. Мендес написал это произведение для семейного терцета, для себя и двух своих сыновей. Рафаэль Мендес, три Мендес Полька, солисты Павел Отегов, Ян Галюнов, Владимир Шаронов, труба. Исключительная особенность музыки Этюральде – органичное сочетание противоположных стилей – классика, джаз и фольклор. Петро Этюральде – греческая сюита для саксофона, сопрано с оркестром в пяти частях. Каламатианос, фанки, вальс, критис, финал. Владимир Устьянцев – сопрано, саксофон. Просьба не аплодировать между частями.
Владимир Стьянцев и Виктор Худалей. Все жанры хороши, помимо скучного. Эту крылатую фразу мог бы определить Мурат Кажлаев эпиграфом к своему творчеству. Я всегда вспоминаю слова Расула Гамзатова, который говорил: «В горах рожденные мужчины должны живыми или мертвыми возвращаться на вершины гор». Видимо, я вовремя вернулся после своих бесконечных гастролей, бесконечных Парижей и Лондонов. Я счастлив быть в Дагестане. Мурат Кажлаев. «Снова в горы». Духовой оркестр «Югры». Дирижер Виктор Худалей.
Духовой оркестр Югры. Маэстро Виктор Худалей. В концерте принимали участие звукорежиссер Игорь Юрченко, художник по свету Вадим Туленков, Владимир Устьянцев, саксофон, Елизавета Вайслейк, меццо-сопрано. Юрий Сорокин, тенор. Духовой оркестр Югры. Дирижер Виктор Худалей. Руководитель проекта. Художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Югры Сергей Свиридов. Мне дали микрофон, но вообще, судя по вашим аплодисментам, то, что мы хотели, мы уже сказали вместе с этим коллективом. Так что я могу только добавить то, что это была неделя хорошей работы, взаимной, творческой. И я благодарю, что здесь такие по-прежнему, такие эмоциональные, слушатели, это самый главный мотив для творческой работы любого творческого коллектива. Вот и все. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами. С любовью к вам, Духовой оркестр Югры.